Друзья, всем привет! Вот наша дата, 24 апреля. Приехали за мухоморчиками. Вот сейчас нас уже встречают два мухоморчика. Ой, сейчас я вам их покажу. Прямо стражи леса. О, какие красивые! Даже бледная поганка нас встречает. О. Ой, нет, нас не два встречает мухоморчика. Раз. Вон еще один. И тут еще два, оказывается. Во. Ну все. Будем собирать мухоморчики. И вон там дальше я уже вижу. Ну, вообще красота. Ну, удачная охота нам. Так, подходим. Следующие мухоморчики. Ой, ну, этому уже похоже пипец. А, не, не пипец. А, не, пипец, не берем. А вот этот я, пожалуй, возьму. О, какой красавчик. Ну, наверное, много вам показывать не буду. Так, по ямку закапываем. Вот такой красотульчик. Вот это у нас королевский. Конечно, маленький немножко. Очень даже немножко. Щечки ему почистить. Вот он, красавчик. О, бледные поганочки. Ну, не знаю, может, конечно, это не бледные поганочки. Ну, мы такие не берем. О, два фонарика. Красота. Какая прелесть. Мне просто одной рукой неудобно и грибы вытаскивать, и видео снимать. Поэтому я вам так показываю, а потом уже чищу и складываю в ведерко. Вот, это я только начала ходить. Наверное, все не буду показывать. Уже потом покажем, сколько мы насобирали. Всем пока! Ребята, такого количества бледных поганок я еще не видела. Это какой-то трэш. Офигеть. Да. Прикольненько. Интересно, что их так много повылазило? Никто не хочет, никто там не заказывал. Для кого грибы столько повылазили в таком количестве? Ядовитые. Вот это да. А вон там мухомор. Вообще класс. Ой, какой красивый. Вообще бомба. Ой, а вон еще один. Так, потеряла.
Где? Так, по курсу. Ладно, покажу этот. О, красавчик. Ой. Вот так вот. О, вот он. Красотульчик. Так. Вот еще один. А, он на солнышке отсвечивает. И не видно было издалека на камеру. О, как. Так. Вот так вот. Вот это самая моя любимая. Такой цвет классный. Так булочка, так и хочется съесть. Так, ну вот, как и обещала, показываю. Это ведро у нас 25 литров. Вот. И вот это такое же самое ведро. А еще мы нашли ваша. Два несчастья. Нет, это два пантерных, а не два несчастья. Маленькие. Два счастья. Все. Маленькие, да. Ну, ничего, классное вообще. Бомбезная. О. Ребят, хочу вам показать. Вот как вы думаете, что это за гриб? А я вам говорю, что это мухомор. И причем королевский. Не знаю, почему они так растут. Смотрите. Опа. Ну, мухомор. Мухомор. Вот так вот. Черных этих. И вот наш урожай. Там чуть-чуть белых, да, есть? Есть чуть-чуть. Ага, чуть-чуть есть. Выкосили нашу плантацию. Я, мой любимый волк очень добрый сдал позиции врага. Так, ну чего хотела сказать. У меня мой любимый насобирал себе на билет к создателю на ковер. Вот от этих черных еще один такой бы черный улететь. Ну, все равно вот эти вот четыре кушать сразу вообще не советую. А для микродоза даже, мне кажется, вот этот один будет много, да? Много. Вот эти черные, они сильно зверские. Да. Я от таких трех шляпок когда-то часов 11 летал. Конкретно причем. Пока тело было в отключке, да? Ну, в общем, как-то так.